Всем, кто хочет помыть машину, аккуратно и недорого. Вот смотрите, это машина 93-го года. Вот карты дверные как отмылись. Ништяк вообще. Так, сначала я начал всякую херню покупать. Там пробовал даже вот эту, прикиньте, очиститель колесных дисков. Очиститель пластика, всякие вот мистеры, мускулы, шмускулы, всякая фигня. В общем, кто мыл когда-нибудь сам, хоть раз знает, что вот здесь вот такая подобие кожи, и когда протираешь, стирается сверху, а грязь вот в этих порах, или как там, в трещинках остается. И вот эта дрянь вся не может ее вывести. Можно, конечно, заехать на химчистку, но как бы прискорбно это не звучало, но эта машина того не стоит, 93-й год, все-таки химчистка там рубля 3-5 выйдет. Так, вот тазик с грязной водой, в которой я мыл тряпку, я его менял раз 10, наверное, уже. А вот это секретное средство, смотрите. Ага. Просто после того, как я побрызгал вот этой чудо-жидкостью на карту, на дверную карту, в смысле, вот видно, просто скапывала грязь с нее, она сама сходит. Также вот панель приборов, все панельки, чтобы было заметно, какая разница стала. Вот панель до, а вот панель после. Не знаю, видно, нет на видео. Ну, в общем, отмывает вообще на ура. Карты как новые стали, поэтому и снимаю видео это. Прям машину расхотелось продавать, прям весь пластик как новый. Машина 93-го года, повторюсь, поэтому если у вас новая машина, сейчас пластики какие-то фуфлыжные пошли, лучше попробуйте это чудо-средство в каком-нибудь невиданном месте, чтобы было ясно, как не разъедает ли оно пластик. Итак, с чего начать? Вот это чудо-средство. Брызгаем на панель. И потом через буквально минутку протираем мокрой тряпкой. Потом тряпку выжимаем, мочим. Грязь вот эту всю убираем с тряпки. Выжимаем, протираем более сухой тряпкой. И потом просто насухо уже каким-нибудь полотенчиком. Уже и все, у нас чистота. Если еще сверху побрызгать полиролью для панели приборов, вообще будет просто атас. Так, и остается один секрет. Что за эта жидкость и сколько она стоит? Видите, вон там видели ценники? Один флакончик, стоит рублей 70-80, некоторые получше 150-200. Вот этот флакончик мне обошелся в 30 рублей. Что за такая ядовитая зараза, спросите вы? Сейчас покажу. А вот и отец этого баллончика с распылителем. Активная пена для мойки машин. Никаких чудо-средств зарекламированных. Смотрите, как гофра вся отмылась, как новенькая. Вот эту прорезиненную гофру вообще обычными средствами нереально отмыть. Так, налил я где-то 100-150 грамм активной пены. И все остальное это просто вода. Пена стоит 200 рублей. Хватит ее на раз 9, наверное, если так. Ну, еще и машину можно помыть. Вот такое чудо-средство, которое поможет вам быстро причем отмыть все это дело. Я что, не начал экспериментировать просто вот этими средствами вот, чудесными. Ими трешь. По-моему, карту за день не ототрешь, чтобы было чисто. А пеной просто побрызгал. Она стекла уже с грязью. Протер пару раз тряпками и все чисто. Сколько грязи, сами видите. Вот это одна карта. Дверная. Все, надеюсь, я вам помог кучу денег сэкономить и времени. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте там, что на канале есть много интересных видео.